Трое погибших и четверо пострадавших. Страшная авария в Пермском крае. Пикап с гомельскими номерами врезался в автобус. Погибли белорусы. Это 29-летний водитель Митсубиси, его пассажиры. Кроме того, пострадали еще двое наших соотечественников. Они и двое россиян в больнице. По информации местной газеты «Звезда», авария произошла вечером 27 мая в российском городе Березники. Внедорожник номера третьего региона вылетел на встречку, где врезался в рейсовый пассажирский автобус. Кадры ликвидации аварии выложил в интернет очевидец. К этому моменту видно, что пассажирский транспорт уже пуст. Из пикапа спасатели достают тела раненых и погибших. У Митсубиси стоят три машины скорой помощи. Известно, что белорусы – уроженцы Гомеля и Речицы. Вахтовики – работники буровая компания «Дельта». Сотрудники белорусской депмиссии в России отслеживают ситуацию и мониторят состояние пострадавших. По нашим данным, сегодня наша белорусская компания после оформления соответствующих документов после 18 часов местного времени на решетке, нанятых в Березниках, будут тела доставлены в Республику Беларусь. Среди пострадавших два наших гражданина. Это Лукьяненко Геннадий Васильевич, житель деревни Борщевка Речицкого района, и Аронов Владислав Рафилович, житель Гомеля. На сегодняшний день компания, наша белорусская компания, проплатила медицинскую страховку для тех, кто находится на излечении.